В этом году организовано проведение соревнований на призы на кубок главы города Кузнецка. Ориентировочно проведение данных соревнований будет в конце августа. Приглашаем всех девушек и юношей, также взрослых, для подготовки и занятий пожарно-прикладным спортом. Да, их должно быть 11 человек, участников команды. По условиям соревнований силами одних только взрослых успешно выступить не получится. Нужен сильный сбалансированный состав, более половины которого должен состоять из ребят в возрасте от 13 до 18 лет. Соревноваться они будут со сверстниками в облегченном виде, но им все равно придется показывать свои умения во всех основных дисциплинах. Это преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, штурмовая лестница и пожарные эстафеты. Набрана первая группа спортсменов из числа школьников. Они проводят совместные тренировки со взрослыми на базе пожарной части номер 8 в Кузнецке. При этом набор в секцию, по словам Дмитрия Каткова, продолжается. Записаться можно в отделе кадров 2-го отряда Федеральной противопожарной службы, расположенной на улице Пролетарской. Что касается соревнований по пожарно-прикладному спорту на Кубок главы администрации, то в них примут участие также команды из Пензы, Заречного, Городищенского, Сосновоборского и Неверкинского районов.